расскажу про массажное кресло Otto Stark. Вот оно рядом, такое достаточно крупное, но в то же время вроде как бы и вполне себе нормальные габариты. Темно-коричневого цвета, цвета шоколад, кому как вкуснее, на вкус и цвет, как говорится. Давайте смотреть, что из себя представляет. Так, значит, что я вижу? Ну, есть вот такие вот замечательные штуки. Это для плечевой зоны. Меняется ширина, соответственно, это хорошо. Есть накидки. Раз, два. И они скреплены между собой. Ну, видимо, тоже для чего-то это необходимо. А у кого-то надо кому-то мощнее промять, кому-то меньше. Что здесь? Здесь у нас просто сверху накидка. Ее, наверное, тоже можно убрать. В процессе массажа точнее. Есть специальное отверстие для рук. Кстати, вот я, если честно, такие вижу впервые. Ну, возможно, удивят меня чем-то. Для ног есть секция для ног. Ноги можно ставить. Здесь чехлы снимаются на замке. И они не тряпочные, они тоже из кожи зама. Здесь кожа под карбон. Красивый металлический цвет, это пластик. Собственно, ну и важная деталь любого массажного кресла, конечно, это выносной пульт. Выносной пульт, есть куча кнопочек, для чего-то они даны и существуют. Собственно, вот так вот выглядит внешне. А, вот, кстати, я заметила, здесь есть еще, подойди поближе, сегодня со мной Тимур за кадром, вот какие-то отверстия, я не знаю, то ли это воздух, то ли это динамики. В общем, что я думаю? Я думаю, что в следующем ролике мы вам обязательно расскажем про функциональность этого кресла Otto Stark. Ну, а если у вас остались вопросы к внешнему виду, задавайте их под этим видео.